День здоровья провели в культурно-досуговом центре «Молодежный». В нем участвовали воспитанники местных физкультурно-оздоровительных секций «Сила» и «Исток». Ребята попробовали свои силы в нормативах ГТО. Мальчики и девочки прыгали через скакалку, приседали, качали пресс и отжимались. Соревнования помогли школьникам определить свои сильные и слабые стороны и понять, на что сделать упор в тренировках. Одинцовское отделение «Единой России» поддержало инициативу их дальнейшего проведения в рамках партийного проекта «Детский спорт».